и уйти спокойно на перерыв. Спокойно в перерыве послушать Вячеслава Уваева, Альберта Лещева, успокоиться, перевести дух и выйти дальше дорабатывать этот матч так, как нужно. Получает повреждение. Повреждение, будем надеяться, не более того. Сергеев тут же начинает с выяснения отношений. А Жиганов с кем решил помахаться? С Майклом Лафренье. Но я откровенно скажу, вот пока идет это кулачное побоище, я так краем глаза посматриваю за тем, кто кого, конечно. Но смотрю, что с Сергеевым происходит. Это, на мой взгляд, важнее. Хотя американец, я смотрю, такой на фоне Ажиганова-то хилый по антропометрическим данным. А удары справа у него проходят. Сергеева везут на скамеечку. Доктор везет так. Ажиганов все-таки, используя свои могучие габариты, так придавил американца. Так, американец включил левую. У него и левая, и правая работает. Так, в принципе, парень сейчас на заметку чеховскому Витязю попадет. Да то еще кому. У нас сейчас бойцы в моде. Ажиганов встречает победу. Просто свистом и ликованием, и аплодисментами всех болельщиков. Ну, не знаю, как всех, но подавляющее большинство сейчас болельщиков